Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Ксения Собчак в эфире передачи Андрея Малахова. Привет, Андрей. Помирились. Запись выпуска выложена на канале «Россия-1». Как отмечается, во время программы Волочкова и Собчак обнялись, решив помириться. До этого Волочкова раскрыла подробности о том, как Собчак снимала выпуск передачи с ее участием. Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фалоимитатор. После этого Волочкова опубликовала в Инстаграме видеозапись, в которой анонсировала главные дебаты года. «Вы в очередной раз пытались опозорить и оболгать меня в интернете. Вы думали, я все стерплю, промолчу и спрячусь. Нет», — написала танцовщица, добавив, что вызывает Ксению Собчак на дуэли, хочет, чтобы поединок увидела вся Россия.